сегодня к соседке в гости заходил. Она мне чаю наливает, а я спрашиваю, к чаю-то есть чего-нибудь? Она на шкаф показывает и говорит, там пончики. Там пончики. Гаврюша, ко мне! Гаврюша, лежать! Голос! Нормально. О, нормально. Вась, на старт! Внимание! Марш! Чай! Индийский чай! Грузинский чай! И холмов чай! А ваши котики тоже так кушают? Вообще не жила тебе? А тебе жила? Нет, мне не жила. Я тоже не жила. Ой, тепленькая пошла. Подрите мне на спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста, что вам трудно, что ли? Не хотите, как хотите. Что же я могу поделать? Чем папа и мама занимаются? Кто они по профессии? Они мне накладывают кушать. Говорят, животные похожи на своих хозяев. Где мой пивасик? Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Зачем-то. Папи, 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 бойс, папи, папи. I wanna eat, cause you know I'm sweet. Cause you're mad at the meat, cause you hunt me on the beat. Купила там магазин, когда мы шли, там колбаса. Кого? Ну, колбасу! Колбасу! Уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Залазьте в машину, ребята.
Рыжик, залазь в машину. Бублик, не кормит тебя, Паша, да? Скажи, пришла с работы, не кормит. Я валяюсь тут в голодном обмороке, сами жрут, мне не дают. Сволочи. Да, сволочи. Сейчас покормят. Когда на кухне я включаю свет, мой кот говорит: дай китикет. Ты чё, ку-ку? И пасты с перчиком, перчиком. Ложку вправо, вилку влево. Кушаем, кушаем. Никого мы никого не слушаем, слушаем. Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантный сама, от меня без ума и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка любовь. Вкусно. Вкусно. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Пожалуйста, это кто? Это? Да. Это ежик. Нет, нет такой животик, какой ежик. Я балдею и своим балдением всех вас заразю. Ой, релакс. Дю, дарю, 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 дарю.